Привет, меня зовут Паша. И у меня вот такой вот проект, типа вот лабиринта вокруг вот этой башен. Зрители будут ощущать себя, когда идут, когда они проходят там что-то, и думают, они получат за это приз. Они прошли и видят башню, и они могут на нее полюбоваться, если захотят. Задумка в том, что зимой я еду пустынно, холодно, а дождь, хотя в карту будем упоминать лети и еще растения о весне и других временах года. Годы, и два будет, и последний раз будет более растительным. Что-то похожее было в прошлом году, но здесь будет нормально. Меня зовут Кай, это мой проект. Сюда люди заходят. Вообще он где же стоит. Сюда люди заходят. Тут у меня все будет на мягком ковре. Меня зовут Федор Алексеевич. Меня конструкция в виде состоит из цветного стекла, который стоит, которая, во-первых, защищает от ветра. И через нее и очень приятное ощущение, когда смотришь через эту стену. Они смогут полазить, поиграть и с ними усилиться.
Меня зовут Лёша. Это мой макет. Это дорога с одной башни на другую. Это мойка. Это укрепление, чтобы чтобы дорога держалась. Меня зовут Лео. Смотрите, мы про эти. Тут здесь он стоит черный куб. И на нем такие вот витражи. А эти витражи там притемнение такое. На стену будет картон. Это если стоят еще на картонке. Внутри. Не, вместе с картонкой. Внутри получается зеркало. Внутри зеркала, ага. И висят веревки. И вот здесь такое ощущение, что веревки бесконечные. Что здесь веревки, но они достаточно расплытые. Здравствуйте, меня зовут Саша, и я хочу представить свой макет. Он сделал мне немножко криво, вот у меня ничего там это не держится на этой вот вышке красавчиной. И у меня есть задумка. Снаружи это выглядит как будто просто металл, а изнутри видно то, что снаружи. Это так как там, это, по идее, много дырок, но я этого сделать не успел. Вот. Но внутри я это тоже не успел сделать. Внутри. Тут должна быть скрытая дверь, достаточно скрытая, и там не будет никаких этих дырок. Тут тоже нет вот этих дырок, тут просто ровно. Если найти ее, то тогда можно найти вот этот кубик или прямоугольник, ну вот, и там печка и бинты. Я
зовут Серега, и я построила вышку, на которой есть еще одна вышка. И тут есть.